14 сезона вечеров баянного и аккордеонного искусства в Сибирском государственном институте искусств имени Григория Ростовского. Позвольте высказать просьбу перевести на время концерта ваши мобильные средства связи в беззвучный режим. Благодарю за понимание. Наш вечер хотелось бы начать с радостной новости. С 19 по 24 апреля нынешнего года в городе Ростове-на-Дону состоялись 18-е молодежные дельфийские игры России. В этом форуме искусств принял участие представитель Красноярского края, воспитанник детской школы искусств номер 6 нашего города Виталий Снесаренко. Он завоевал серебряную медаль. Давайте его поздравим. В сегодняшний вечер, которым мы завершаем нынешний сезон, продолжает серию концертов, основная цель которых как можно более полно продемонстрировать вам, нашим дорогим зрителям, разнообразие современного баянно-аккордеонного искусства. Давайте вспомним, какие концерты прошли у нас в этом сезоне. Первым был концерт воспитанников профессоров заслуженного артиста России и Игоря Александровича Гербера, Ильи Шевченко и Никиты Сырчина. Концерт состоялся накануне их поездки на международный конкурс в Китае и гастролей по Китайской Народной Республике. Второй концерт стал концертом-открытием сезона, в котором выступили лауреаты конкурсов и фестивалей 2017 и 2018 годов. Третий концерт особо запомнился многочисленной аудитории. На сцене Большого академического концертного зала выступил один из самых известных молодых пианистов России Иосиф Куриц-младший, вместе со своими друзьями, виолончелисткой из Великобритании Сесилией Бигман и гитаристом из Австралии Андреем Лебедевым. В четвертом концерте большую интересную сольную программу исполнил лауреат международных конкурсов ассистент-стажер первого года обучения Максим Саров. Сегодня у нас пятый заключительный концерт сезона, который играют воспитанники моего класса, студенты 4-го курса, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Евгений Волчек и Александр Корякин. За плечами у этих исполнителей неоднократные успешные выступления на очень серьезных конкурсах, в числе которых Кубок Фридриха Липса в Челябинске, Красноярский конкурс «Фестиваль Надежда», конкурс «Фестиваль Друг Баян» в Кургане, конкурс имени Салиха Сайдашева в Казани. Вашему вниманию будет представлена программа в двух отделениях, состоящая из транскрипций шедевров клавесинной, органной, скрипичной, оркестровой, фортепианной музыки, а также оригинальных сочинений, то есть написанных специально для баяна, аккордеона или баянного трио. Прозвучит музыка, созданная в 18, 19, 20 и 21 веках. В стилевом отношении программа весьма разнообразная, тем не менее, обладающая целостностью, которая достигается путем вживания исходного материала в очень своеобразные звуковые и конструктивные условия наших любимых инструментов. Будут исполнены сочинения эпохи барокко, клавирные сочинения Иоганна Себастьяна Баха, его сына Карла Филиппа Ноэла Баха, Жана Филиппа Рамо, Франсуа Кукарена, опусы композиторов-романтиков Ференца Листа, Генриха Винявского, Павла Сарасата, Йозефа Кирбисбергера-младшего, испанского композитора 20 века Эрнеста Альфтера. На мой взгляд, пристального внимания заслуживает оригинальная музыка наших современников, ростовского композитора-баяниста Александра Ледунова и композитора из Санкт-Петербурга Тимофея Бузины. Евгений Волчек и Александр Корякин будут выступать как сольно, так и в ансамблях. В качестве партнеров по ансамблю
выступят студенты, обучающиеся у меня в классе специальностей, лауреаты международных конкурсов Сергей Павел, Алексей Бачин, а также исполнительница на балалайке, лауреат международных конкурсов Яна Первухина. Она занимается в классе специальностей у выдающегося педагога, профессора Владимира Александровича Аверина. Прежде чем начать сегодняшнюю программу, позвольте анонсировать главное для нас, баянистов и аккордеонистов, событие осени 2019 года. С 18 по 23 ноября у нас в Красноярске на базе нашего института состоится первый международный конкурс-фестиваль баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Кубок Сибири». Мероприятие откроется 18 ноября в Большом академическом концертном зале грандиозным концертом, в котором выступят звезды современного баянного и аккордеонного искусства. По поводу этого концерта принимаются предварительные заказы на посещение. Все справки по моему сотовому телефону. Полная информация о конкурсе фестиваля размещена на сайте института в рубрике «Конкурсы». Итак, начинаем наш концерт. Геннадий Ильич, пожалуйста, ваше место в зале. Вот здесь ваше место. Рядышком. У нас все по-домашнему. Итак, начинаем наш концерт. Еще раз прошу проверить ваши телефоны на предмет включения звука и тоном. А лучше просто играет лауреат международных конкурсов Евгений Волчек. Иоганн Себастьян Бах. Симфония из партиты до минор. Thank you.
аллегро из сонаты ля мажор. Thank you.
Thank you.
Следующая пьеса нашего концерта, автором которой является французский композитор 18 века Франсуа Куларе, имеет необычное название, во всяком случае непривычное для нашего слуха. Тик-ток-шок. Последовательность слогов «тик-ток-шок» является французской речевой имитацией молоточкового звучания часового музыкального механизма, которыми украшались башенные часы на ратушах во многих городах Европы. Вот что-то вроде этого. Для вас играют лауреаты международных конкурсов Яна Первухина и Александр Корякин. Себастьяна Баха и ряда композиторов последующих эпох в качестве исходного материала для композиции иногда использовался мотив, представляющий собой последовательность звуков,
Б, А, С, Х, которые складываются в фамилию семьи Бахов. По-нашему это Си бемоль, Ля, До, Си бигар. Такую последовательность нот принято называть музыкальной анаграммой. Следующее сочинение нашей программы – величественный пример, шедевр эпохи романтизма, созданный на данную тему. Ференц Лист «Фантазия и фуга на тему ПАЦК» исполняет лауреат международных конкурсов Александр Корякин. Thank you.
Синявский, Скерца Тарантелла.